Впервые на сцене. Созданный по инициативе студентов весной 2013 года. Студенческие эстрадности... Ой, простите, пожалуйста. Студенческий эстрадный симфонический оркестр МИУ ИТМО. Дирижер Александр Абалов. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хочу спросить у вас, как настроение? Это очень неплохо, потому что сейчас вас ждет небольшая порция зажигательного рок-н-ролла. Но сначала я хочу пригласить на сцену одного замечательного человека. Это арт-директор нашего оркестра. Прошу, встречайте, Андрей Иванчин. Всем добрый вечер. На самом деле это очень волнительный момент для меня, потому что я обычно у сцены как бы не стоял, не говорил. Мне на самом деле очень приятно стоять здесь, перед вами, потому что наше дебютное выступление проходит именно в стенах нашего университета. Меня это очень радует. И я бы хотел выразить слова благодарности людям, из которых бы вряд ли бы что-то получилось, вряд ли бы мы собрали бы наш замечательный коллектив. В первую очередь хотелось бы поблагодарить Светлова Дмитрия Анатольевича. Похлопаем! Также хотелось поблагодарить наш дорогой студсовет за их активную поддержку. Тоже похлопаем. Ну и, конечно, всем моим друзьям, товарищам, которые поддерживали нас, не дали, так сказать, загаснуть нашей общей цели, мысли, идеи. Я бы хотел сказать еще о двух людях, которые тоже морально меня поддерживали. Это Кондратская Валерия и Сафи Наиль. Сейчас я хочу пригласить на эту сцену молодежный эстрадный симфонический оркестр НИУ ИТМО. Хотелось бы пригласить на сцену нашего замечательного вокалиста Чомина Ивана. Встречаем! Иван, где? Просим еще раз похлопаем. Я в свою очередь удаляюсь. Все. Спасибо. Когда горят огнем витрины на старых улицах Москвы, нетрудно встретить этого мужчину небесной красоты. На нем всегда костюм отличный,
оттенка кофе с молоком, и побродить по улицам столичным очень любит он. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл, кто лучше всех играет в Пресли на гитаре. Каждый ответит, каждый ответит. Конечно, Вася. Вася. Вася, ну кто его не знает? Вася. Вася. Вася, стиляга из Москвы. Пойдите в театр «Современник», вечеринку в Дом кино. В таких местах всегда вы непременно встретите его. Футбольный матч «Спартак» «Динамо» и переполнен стадион. А это кто сидит с красивой дамой? Ну, конечно, он. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твисты рок-н-ролл, кто лучше всех играет Пресли на гитаре. Каждый ответит, конечно, Вася. Вася, Вася, но кто его не знает? Вася, 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 стиляга из Москвы. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твисты рок-н-ролл, кто лучше всех играет Пресли на гитаре. Каждый ответит, конечно, Вася. Вася. Вася, стиляга из Москвы. Сейчас, наверное, хотелось бы спросить, ну, каждый из вас, ну, хоть капельку, наверное, любит буги-вуги, не так ли? И мы все любим буги-вуги. Живихи по зубам огребешь, а ну-ка с правой ноги держись смелее давай. Ногами шевели и рот не разевай. Свободнее вот так и два шага вперед. Теперь присядь пониже и поворот. Я люблю буги-вуги. 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 Я танцую буги-вуги каждый день. Чтоб настоящим стилягой стать, нужно, приятель, нормально танцевать. Ты должен знать, что такое канадский стиль. Здесь все серьезно, здесь не полька, не кадриль. Есть атомный, еще есть гамбургский тройной. Попробуй научиться, парень, ты заводной. Ты любишь буги-вуги. 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 Ты танцуешь буги-вуги каждый день. Это же Нарбак, это рок-н-ролл. Здесь не нужно различать, где потолок, где пол.
И если ты устанешь, то присядь, а ненадолго. Что ты начал танцевать, чего себе без толку? Чуешь этот ритм, чуешь этот драйв? Значит, ты свободен в танце, вот это кайф! Мы любим буги-буги! Друзья, аплодисменты, Иван Чомин. На самом деле, довольно сложно перейти от такой музыки к тому, что мы собираемся исполнить дальше. Это не похоронный марш, не бойтесь. Ну, что-то около. На самом деле, сначала, чтобы несколько подготовить публику, я хотел бы немножко поразмышлять на тему того, что вообще сейчас происходит в мире искусства. Это недолго, не бойтесь. Знаете, я давно уже перестал следить за модой, я даже до сих пор не знаю, модно ли сейчас литрами пить кофе у окна, там, курить, думать о нем и так далее. Но мне кажется, есть вещи, которые из моды все же не выйдут никогда. Это читать и слушать музыку. Однако... Спасибо. Однако, занимаясь даже этими вещами, есть шанс напороться на полную чушь. Но если без имен, то как бы Джастин Бибер, Бейли, Пеливин... Ну, согласитесь, Достоевский-то покруче будет, чем Пелевин. Кто это вообще? Так вот, собственно говоря, про музыку. Сейчас довольно популярен жанр песни, который, кстати, только что вы услышали. Что такое песня? Это музыка и слова. То есть это определенная информация, которая в синтезе несет в себе что-то. Если слова и музыка гармонируют, значит, песня получается хорошей. Ну, хитяра полная. Сейчас мы хотели бы исполнить инструментальное произведение. Это как раз повод для каждого из здесь сидящих слушателя найти в ней что-то свое, открыть что-то новое в этом. И все-таки Джастин Бибер, отстой. Спасибо. Простите меня, солист, лауреат международных конкурсов, студент Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Станислав Осмоловский. Прошу.
Спасибо, друзья. Господи, что это было? Ну, сейчас варианты развития событий ровно два. Или мы уходим со сцены, или вы нам поаплодируете, мы сыграем еще. Ну, спасибо. Спасибо огромное, друзья. Я даже не думал, что вам понравится, на самом деле. Игорь, отстой! Игорь, отстой, я знаю. Молодец.
Друзья, играть нам нечего-то больше. Так что, наверное, знаете что? До новых встреч! Приходите на концерты! И к нам, мы любим вас!